Вот мне сегодня позвонил батюшка наш, отец Яким. Срочно где-то на второй мост. Сейчас подъезжаю, проехал первый мост. У меня сзади остался вон. Ко второму, что-то тут случилось. Игоря Барабаша Т-150. Да, сейчас я. Вон видно так. А ты его, видимо, стащила, да? В сторону немножко. Стащила, обвалилась она. Прицеп идет маленько. Ну, наверное, да, я так тоже. В мостах сидит. Богу, хоть сам КамАЗ не пошел. Подожди, немножко. Как серьезно все. Ну все, сейчас тут вообще опасно будет ездить. Да я залезу, сейчас залезу. Это сколько? Ты, наверное, взяла в этом, да? Ты там тебе по голове там попадет. Да ничего, еще. Первый раз, что ли? Сегодня братья натренируются хорошо. Я инженеру этой плотины уже позвонил. Да, что он сказал? Ой-ой-ой, как же так? Как же вот так делать? Ну. Да, будет духовно помогать. Смотри. Да. Это что у нас? Пшеница, да? Это пшеница. Ну, давай. Что, заместить вас? Я устал, да. Давай. А что не хватит лыжи, потому что плюс. Надо было позвать, я просто сюда. Все. Все. А кресло? Все. Иди. Да. А пруды красивые. Красиво, но. Красота какая-то, но. Дома мы сидели за телевизором, ничего не увидели. Да, это точно. Облака-то какие, глянь.
Да. Ой, Серёг, ну что-то маленько не докрутили, то вы что, братья? Уже на дне. Да? Зря вы бросили, конечно. Да. Вот столько делали это. Хватит? Да. Здесь ключ чей лежит? Да, а? Плотину. Старается бобер. Или может андатра. Ну что, что сам КамАЗ еще на твердой основе стоит, как бы вообще было перевернуться. Нора идет. Опять зерно пришло. А где зацепилось? Он же не зацеплен. Сейчас. Ну все, давай, открывай. Открывай. Будет пошире. И закрыть рычаг. Давай, руководите, Лёш, вперед-назад. Да просто проезжай вперед, хотя я не удержу. Слушай, а я с той стороны надо, давай я с той стороны буду держать. Я сейчас еду вперед. Я сейчас еду вперед, Лена, иди сюда. Вставай сюда, правильно или нет. Она отпускает вот эту штуку. Так, давай опять проволоку. Там держится. Держится. Здесь. Молоток где? Одел он, одел. Одел? Пробуй.
батюшка на собаках дома. Сейчас купалась на болоте. Прям ныряет вот так. Вот такие дела. А там именно, наверное, в том месте, где продавливал каждый раз, да? Не смотрит на вас. Рена! Рена, уйди! Иди ко мне!